Всем привет! На канале Кольские рыбаки. Ну что, сегодня мы наконец-то отправляемся открывать сезон посёмочной рыбалки. Сегодня у нас вторник, 23 число, июнь. Ребята кто-то рыбачит. Мы сейчас тоже оденемся и пойдем пробовать. Прошу прощения, что так долго не было новых видео, потому что у нас поздняя весна, воды было очень много, до сих пор вон вода еще не вся ушла, были паводки, так что вот поэтому не было видео. Но я думаю, мы все с вами наверстаем. Погнали. На протяжении тысячи лет 5 видов тихоокеанского лосося проходили по этим водам. Но один вид представляет свой отдельный класс. Будучи крупнее, быстрее и намного выносливее других, королевский лосось считается настоящим тяжеловесом в своем мире. Вот он, долгожданный первый заброс. Вот она первая, пацаны, вот она. Все, ушла. Нет. Хорошая.
Ну вот такая вот выдалась у нас рыбалочка. Достойная вообще. Жалко, что правда сразу взяла. Толком-то я не порыбачил, можно сказать. Но доволен, доволен, конечно. Трофейчик взят. Эта рыбка потянула на 10 килограмм 100. Посмотрим, что принесет нам дальнейшие рыбалки, так скажем. Все, всем спасибо, что оставались на канале, не отписывались. Я думаю, теперь видосики будут выходить почаще. Всем спасибо, до новых встреч.